рассмотрению остается одна кандидатура секретаря Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Сыздыкова Тургуна Искаковича. Кандидатуру ставлю на голосование. Кто за? Прошу поднять мандат. Спасибо. Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Решение принято единогласно. Поздравляю вас. Однопартийцы, члены Центрального комитета партии. Я облечен высоким доверием, которое обязывает меня и возлагает на меня огромную ответственность. Партия доверила меня выступить в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан. Я знаю, что впереди очень сложная работа, и это работа не одного человека. Это наша совместная работа с вами, уважаемые коммунисты, члены Центрального комитета и ревизионной комиссии. Только с вашей помощью мы можем выйти на новую ступень развития нашей родной коммунистической народной партии. Я думаю, что сейчас нам надо серьезно заняться формированием действующих штабов в Центральном комитете и на местах. Я бы просил рассмотреть кандидатуру Ханурова Айкана Айратовича в качестве председателя республиканского штаба, поскольку уверен, что его опыт, его знания хорошо послужат общему делу. Я думаю, что в целом, признавая, об этом говорил Владислав Борисович, достижения нашей республики, мы все-таки имеем свою программу, свою идеологическую платформу и выступаем в качестве конкурентов всем действующим партиям на нашем политическом пространстве.